Привет, друзья! Меня зовут Саня, и добро пожаловать в Бравл Старс. И со мной сегодня Яна. Всем привет! Так, ладно, друзья, все, отправляемся в бой. Нажимаем... Парное столкновение? Окей. Так. Стоп, я за кого играю? Почему я за Нит... За Розу играю, когда я ее выбрал? Я не помню, когда я ее выбирал. А мне вчера или позавчера попался пингвин. Да. Яна сейчас уже про. Эй, Яна, у нас тут Вася приперся. Эй, Вася, уйди. Эй, да, обалдел. Это наши соседи. Идите отсюда, соседи. Да, идите. У меня суператака щит появилась. На, я убил этого чувака. На тебе корыто. Я на вот этого нападаю. А, Яна, к нам Шелли пришла. Здорово, Шелли. На, у нас 8 банок. Блин. Тебя убили? Я понял. Меня этот Барли убил. Ах ты гад, Барли. Это не Барли, это типа чё-то этого. А, это Рикошет. Рика. Да нет, меня не этот убил, он другой просто. Эй! Давай! Ребята, вы сами видели, кто меня убил? А я не видел. Яна, вот атакуй! Вот смотришь мое видео, видишь, кто меня убил. Ага. Валим, тут к нам еще меч... К нам босс приперся. О-о-о. На. А-а-а! Босс! На, получай! А, меня робот убил. Да ты достал, робот! И ты меня тоже достал, Вася! Убейте друг друга! Вот. 17 банок! Мы походу... Эй, на, получай! А ну иди сюда! Нифига, сколько банок-то посыпалось! Эй, на, получай! 24 банки, мы выиграем сейчас. А ну-ка, ага. Яна, окружаем этого Васю с двух сторон. Есть! Мы выиграли, ребята! Да! Друзья, я вообще в Brawl Stars не играл неделю. Так, подарок. Я пошел тут, посмотрю, что тут. А, вот и подарок. Так, тут еще так, скинчики. По квестам надо. Скинчики? По квестам у нас Эль Прима у тебя по квестам. Так, сейчас проверим квесты да, по... Да, у меня по квестам Эль Прима, Тюха и Бунт. А у меня тут дофига квестов. Я неделю в Brawl Stars не играл. У меня тут квесты на Поко, Пенни, Кольта... Брока, Барли, Дедуху. Капец. Корыто это как там? Карла. У меня тут дофига квестов. Так, ну-ка мне тут еще в друзья какой-то Вася просится. Клуб. Так. Я не хочу уже. Давай пойдем награды за поимку, что ли. Хотя нет, лучше в парное столкновение. Погнали. Так, подожди, я нормального бойца выберу. Нита! Прима! А мне Нита нравится, она красивая. Да, Эль Прима так смешно ходит. Ага. Вот, видите, как он смешно ходит. Да, смешно. Гамит. И он очень быстро бьет по 450. Ага. Гамит, если ты меня смотришь, почему? Напиши в комментариях, почему ты не играешь в Roblox. Ты уже несколько дней в Roblox не играл. Ну ладно. Яна, у тебя брат-близнец появился. Меня эта сосиска убила. Какая сосиска? Красная сосиска. Я не знаю никаких сосисок. Ну, это Джесси или как ее? На, получай!
На! На! Я убила! Я этого Васю ненавижу! Он сам... А он у меня есть. О, Михалыч! Молодец, Михалыч. Да, молодец. О, молодец. Твоего сейчас Михалыча убьют. Да, это червяк убил. А, к нам еще какая-то легенда идет. Меня убили. Да, меня тоже эти Васи убили. Совсем офигели. Второе место. Да, второе место неплохо. У меня... Так, ладно. Я буду по очереди всех бойцов выбирать. Мне надо сначала Эльприма показать. Да нет, я буду по силе выбирать всех. От дедухи до Шелли. От самого слабого до самого сильного. Ладно, пошли. О, да. Вопрос. Этот гамит... Ян, кстати, у тебя гамит вообще в друзьях? Не знаю, он меня что-то не хочет добавлять. У него 200... Он меня знает. У тебя 200 друзей. Я думаю, он подписался. Нет, у меня 196 сейчас. Так, я думаю, этого... Яна, у нас тут соседи... Эй, Бул, я тебя ненавижу! Убери этого... Яна, убери от меня этого голову Вася! Этот голый Вася на меня напал! Он пьяный! Эй, не попал. Эй, ты пьяный! Эй, ты пьяный сосед! Иди сюда! Что ты там кружишься? Вальс ты! Вальс хочешь, да? Кстати, в пиге... Кстати, Ян, в пиге... Постоянно пиги крутятся! Михалыч, еще не хватало. Давай, бомба. Мы проиграли. Вася четвертый. Ага, а еще Яну, может, не будешь брать Эльприма? Он неженка, когда проигрывает. Нет, у меня по квесту. У меня квест на него. Мне еще два раза надо выиграть. И все, потом другого. Ага. Ян, я надеюсь, что Гамит сможет в пятницу присутствовать в видео. Да, мы... чтобы мы смогли с ним сниматься и играть. У нас такое крутое запланировано на пятницу. Ян, там Шелли пиратка. Ян, скажем и подписчикам, что у нас будет в пятницу или нет? Давай лучше скажем. Короче, мы в пиге будем строить карты и половина видео... Пигемод. Да, пигемод. Половину видео на моей карте пиги будем выживать, а половину видео на Яниной. И Гамит с нами. Я надеюсь, ты будешь так с нами. Так что ждите в пятницу наше видео. Крутой видос, Яна. У меня тут заброка открылась штука. На! И меня убили. Меня тоже, прикинь. Так. Третье место, и мне плюс 3 кубка. А тебе, наверное, плюс 2. Мне плюс 1 вообще. Откуда? Вот, блин, создатели жадины. Ну да. И... Чем больше кубков, чем меньше тебе дают в третьем, четвертом, пятом месте. Ага. О, у меня тоже есть такой. А еще создатели офигели. Ян, если смотрела видео, как мы с Гамидом снимали, то есть играли в... Это выживание на кубе. Эти создатели вообще ку-ку. У них там куб развалился. Или там какой-то Вася купил за робоксы, чтоб куб развалился. Да. О, интересно, как выглядит? Нифига, как смайлик выглядит пингвина. Да. Все команды... Я не успел. Друг против друга. А.
Барли как этот дедуха бегает сумасшедший так с руками. Яна, нам мы... Эй, к нам соседка пришла! Яна. А чё мы всех пьяными будем называть? Нет, я не хочу их называть. Нет, те, кто пьёт, нас называем пьяными. Да нет, Васями. Соседями Васями. Ага, я не уверен, что среди этих чуваков есть мои подписчики, которые со мной дерутся. Это вряд ли. Ага, у меня не так много подписчиков, чтобы они меня убивали. А у меня мало. Друзья, кстати, подписывайтесь на канал Яны. Гамет, если ты не подписан, подпишись. Все подписывайтесь. Угу. Чтобы у меня хотя бы 10, давайте наберем 10 подписчиков до пятницы. Ну или до следующей недели. До любой недели, просто наберите. Ага. Хотя бы 10. Кстати, друзья, а в понедельник я вам покажу, как получить бесплатные робуксы. Мы с Яной, у нас уже несколько робоксов и есть. И оставим ссылку на вот этот вот, на это приложение. Да, на приложение потом. Яна, я думаю... А кто уже знает, в комментариях не писать, что это за приложение. Да, среди моих подписчиков нету таких. Кто подписан на лютого Джо, а может и есть лютый, да, Джо. Кто подписан на лютого Джо, тот уже знает, наверное. Да. А кто не подписан, то ждите видео от нас когда-нибудь. Лютый Джо снимал видео. Он собирается в следующем видео потратить 1000 рубинов на... Это на 10 робоксов. Ян, у меня уже там 22 робокса на аккаунте. Ну и что? А у меня 0. 0? Так у тебя же уже сотка есть. Эй, вы... Ты видела, что мы сейчас делали? Вы что, друг друга перепрыгнули? Да. Ага, я так... Эй, ты что ли? Эй, а я вообще завис, я как пьяный сейчас был. Эй, ты пьяная баба, уйди, баба. Вот блин, а меня убили. Пятое место. Ага, понятно, из-за чего твой Эль Приму заплакал. Мне минус 2 кубка. Мне минус не знаю сколько. Мне вообще надо поменять уже персонажа. Вообще. Так, ну-ка, кто у меня там следующий по списку? Карл. Да, Карл у тебя тут. Он на четвертом месте среди последних, то есть не сильных. Так, ладно. А вы в курсе, что Карл только это, только одна перезарядка, а у других целых 3 или 4, может быть. У Флэша только 4. Да. На, получай. Яна, с нами, а, против нас. Ага, еще к нам Босяра, уйди, Босяра. О-о-о-о-о. Яна, убери от меня этого пьяного босса! Не могу. Убери ты его от меня, он же меня сейчас прикончит! А я его отпишу. Да, у меня сейчас 10, у нас, 11 уже. О! Эх! Яна, мне кажется, что... Мне постоянно кажется, что я играю за дедуху или за Эль Приму. Постоянно за твоих персонажей думаю, что я играю. На! Мне то же самое.
Я тоже думаю, что я иногда за другого персонажа играю. Ага, я когда играю, я постоянно, я в камень иду. Я на этот Вася подозрительный какой-то. Эй, Вася, ты подозрительный. Есть! Yes. Да, первое место. Да, мне целых 12 раз так надо выиграть. А чего мы... Ян, давай лучше бы захват кристалла выберем. Ну ладно. Так. Ну-ка, я хочу тут какие-то... Вася у меня в друзьях, тут два Дарка, и у них одинаково долларов. У них тут у двух чуваков одинаковые ники. Капец. Тут и А4. Да, мне много тут кого. Я не знаю, это настоящий А4 или нет. Нет, это просто... Сделали. Но он скоро будет снимать Brawl Stars, походу. Так, ладно. Что у нас тут в чате? Мы ничего не писали. Так, Яна, я хочу-ка... О, ты в курсе, что у нас уже 18... А, нет, это... Кактусы убей. 118. У меня 2000 кубков. А у меня 3000 кубков. Так. Ладно, выбирай другого персонажа, Була. Этот голый Вася мне не нравится. А у меня другой скин. Я его купила за 2500. Да не надо, Ян, мы же сейчас в бой не отправимся благодаря тебе. Там, короче, этот скин был футболист. Да, только в синей команде. Так он всегда синей команды будет. Эй, на, я на этого. Этот Вася меня уже бесит. А еще вот этот вот читерский Вася достал нам кустики выращивает. Он не читерский, он свою работу. Эй, блин, ты достал уже бот. Этот Вася подозрительный, он нам кустики выращивает. Да что такие бойцы-то сильные, у нас какие-то слабые. Ага. Вот, блин, с каких пор Васи так офигели? Яна, тебя не слышно. Хватит прикрывать пальцем телефон. Я не прикрываю. Ага, тебя не слышу вообще. Потому что у меня далеко телефон, наверное. Я тебя в скайпе не слышу. Ну, я не знаю. Яна, сделай поближе телефон к себе. У меня он вообще впритык к телефону. Да, они реально обнимаются. Да? О, я убила этого, который кактусами ребёнок кидает. Я в конец. А я Васю с бомбами убила. И ещё Вася, который кактусами кидается каким-то. Яна, ты смотри, не сдохни. В конец. А то я знаю, дофига таких дебилов у нас. Эй, я на этих дебилов ненавижу. Яна, да в конец ты, иди в кусты. В кусты. Да я и так тут в конце сижу. Так. Да, есть. Победа. Победа. А, мне надо победить врага 12 раз, чтобы убить. Так, нет, за Розу я уже играл. За Дэрила. Яна, я за наше корыто поиграю. Нифига, как он крутится. Яна, когда ты посмотришь видео, он будет крутиться. Так, он так крутится сейчас. Да,
Как ты умер? Я так кручу, а он что-то не крутит. Он резко крутится у меня сейчас. О-оу, нам кажется, сейчас какая-то попа. Или им попа, дедуха. Я на дедуха и вот это вот, которая с дрелью, она они вместе похожи. У них каски оба. Этот Вася меня уже достал. Вот этот вот Вася, фух, его убили. Этот Барри меня достал. Чувак, у всех уже Барли. Скин другой, а у тебя обычный. Так. Эй, этот Вася меня бесит. На! Есть. Ебай. Еху. Еху! Ебай! Я дедуху грохнул, и меня грохнули. О, спасибо за алмазики. Саня, иди в кусты давай. Ебай! На! На, на, на! На, дедуха. Этот, на, получай, ебой! Мы выиграли! Ага, звездный игрок. Я выполнил свой КПС. Так, ладно. Дальше у меня боец после Дэрила. Кто там у меня? А, Поко. У меня КПС там. Так, у меня тут... Так, Бравл Пас, у меня тут Бравл Пас. О, мега ящик. Ну, что там у тебя? Да, нового бойца нет, зато дофига очков на улучшение бойцов. У меня монет мало. А у меня вообще 117 монет. Так, Дэрила улучшил. А Споку еще улучшить, у меня тут дофига. Яна, кстати, обычный Барри кидается кислотным пивом, а этот что, шампанским кидается? Не знаю, он, кажется, тоже самым кидается. Да нет, мне кажется, это кислотное шампанское. Нет. 50 майк. Погнали. Ага, погнали. Супер атака Поку мне не нравится. Она ничего не делает. Ян, а чё супер атака Барли? Ой, Поку делает. Ну, она тоже зеленым делает. Чё-то. Она регенит жизни, кажется. Мне тоже кажется. А еще я Поку почему-то называю Вася с маракасами. Нифига он! На, получай! Я из этой штуки ничего не вижу. Я не вижу, куда я стреляю. Эта штука мне мешает. Вот сюда тогда положу. Хотя нет, и тут она мне тоже мешает. Опа-на! Так. Да блин, дедуха надоел. Да, надоеда. Надоеда. Уйди отсюда, надоеда. Старая. Дряхлый. А, блин, меня это сосиска убила. А меня старый пердун убил. Что это вы всей кучей тут ходите? Идите отсюда, старые пердуны. Я тебя вообще не слышу, ты что там болтаешь мелко? Нахуй.
Эй, на, получай! На, на, на! Нет, Даня, от нее нету толка. У нее есть два алмаза. А, да, мне надо поменять Поко. Нет, Поко у тебя какой-то слабенький. Так, да сам знаю. Так, Джесси. Эй! А, вот, все, взялась. А я буду выполнять квест с Барри. А что она обнимает игрушку? Она обнимает... У нее что, одновременно игрушка вместе с пистолетом? Нет, просто может это ее любимый пистолет. Нет, это плюшевый пистолет одновременно игрушка и одновременно... На! Да, меня тут Роза убивает, убери свои кусты вонючие. Они меня уже укололи. Так, ладно. На, получай. На, получай. Так, сейчас вот этого. Так. Так, ладно, атакуем ее. Так. Я пуху поставил. Нет. Это моя пуха убила. Ладно, что это вы на нашей стороне делаете? Эй, а ну вон, это наша территория. А ну вон. Я только что с Таней обнялся. Эй, нам твоя пушка не нужна. Нужна. Она сейчас убила. Она еще убила этого. А я не про твою, а про краску. А, про вот эту вот пуху. Да, согласен, она нам не нужна. Блин. Эй, а ну пошел! Это моя пуха! Да. На тебе. А ну пошли все, это моя пуха! Они мою пуху убили! То есть меня убили. То есть меня убили. Потому что он тоже закончился. О, нифига, это что такое? Эй, на, получай! Меня убили! Я думаю, сейчас проиграем, походу. Идите в кусты. Блин, ну там больше капитала. Вот, молодец, пуха. Это я убил вместе со своей пухой. Есть, мы выиграли. Еху, мы выиграли. О, ко мне какой-то Дима. Нет, Дима. Ладно, друзья. Ты что, серьезно? Этот Вася в бою, это как вообще? Да, он просто меня пригласил, а сам в бой ушел. Ладно, друзья, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. И на мой канал. И на Янин канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.